Сейчас в этот период времени проводится операция ГАИ по выявлению транспортных средств, не представленных на технический осмотр. Значит, в городе Магнитогорске порядка 35 тысяч транспортных средств, так называемого мертвого транспорта, которые последние 5-10 лет вообще не представляются на технический осмотр. Из них 2,5 тысячи мотоциклы. Но данное мероприятие проводится с целью выявление транспортных средств, которые эксплуатируются в настоящее время на дорогах города и не проходят своевременно государственный технический осмотр. Но также и отработка адресов, то есть при проведении технического осмотра мы проводим технический осмотр не по госномеру машины, а по фамилии. Выявляем у владельцев те же самые прицепы, мотоциклы, старые транспортные средства, которые были зарегистрированы 10-15 лет назад, уже отработали свой моторесурс, владельцами разобраны и сданы на металлолом, госномера и документы утеряны, а люди просто-напросто не знают, что делать с данным транспортом. Ну, мы проводим разъяснительную работу, то есть через средства массовой информации. Значит, порядок такой. Списать транспортное средство очень легко. Нужно обратиться в любое подразделение ГАИ, на любой пункт технического осмотра, написать заявление в произвольной форме на имя начальника ГАИ города или начальника МРЭО ГАИ с просьбой списать транспортное средство с учета. Если же госномера и документы утеряны, то написать объяснение, при каких обстоятельствах были утеряны документы. Если собственник умер, то необходимо предоставить, если есть какие-то документы, документы на транспортное средство. Если документов нет, то копию свидетельства о смерти. И также наследники могут написать данное заявление, оставить все это на пункте технического осмотра у инспектора. Никакой оплаты за это не взимается. Все это занимает буквально 5-10 минут. Ну и в течение недели мы все эти обобщаем полностью все эти материалы и передаем МРЭО на списание. Все транспортные средства списываются, и в налоговой инспекции также эти транспортные средства аннулируются, и налог владельцам не приходит. Ну, понятно, мертвых либо хорошо, либо ничего. Я имею в виду транспортные средства, конечно. А что касается живых, они же несут реальную опасность. Да, то есть те транспортные средства, которые не представляются на технический осмотр, эксплуатируются в городе с неисправными и рулевым управлением, и тормозной системой. Ну вот на пункте технического осмотра даже прибывают машины, которые эксплуатировались 1-2 года, новые. С первого раза, ну, проходит процентов где-то у нас, ну, 40. 60% все-таки приезжают повторно. Ну, во многом виноваты люди, то есть приезжают на технический осмотр, не имея при себе ни медицинской аптечки, ни огнетушителя, отсутствуют медицинские справки, ну, необходимые документы. Ну и также транспортные средства находятся в технически неисправном состоянии. Любители импортной техники, то есть японских автомобилей с правым рулем, при получении номеров в МРЭО устанавливают по месту крепления, которое расположено на транспортном средстве. Хотя государственным стандартом Российской Федерации предписано, что в случае, если координаты отверстий с номерных знаков не совпадают с координатами, определенные на транспортном средстве, то используются переходные пластины, рамки, ну, чтобы это не закрывало государственный номерной знак.